Друзья, всем большой привет! Я Алиса, и мы с удовольствием продолжаем наших любимых Симпсонов. Давайте начнем со сбора заданий. Так, Арми Пай. Привет! Это же талисман 6-го канала, Ищейка. Ты тут совсем один, приятель? Тебя не ценят на 6-м канале, да и вообще позабыли про тебя, как и обо мне, Арни Пая. А пойдем прогуляемся, может заглянем в дом Кенту Брокману, и ты устроишь сенсацию прямо на его газоне. Отправить Арни Пая выгуливать Ищейку. 8 часов. Ну, отправлю его на ночь. Я не стану давать тебе деньги в долг, чтобы ты вернул мне долг предыдущий. Ну, если тебя это успокоит, то долг я тебе возвращать не собирался. Это этому тебя учили в частной школе? Нет, они учили нас доверять управлению бюджетами и испанскому горничных. Если ты не заметил, последние три моих изображения в диалоговом окне были раздраженными. До твоего появления у меня даже не было такой эмоции. Замечательно. Так что насчет денег? Нет. Нет. Заставить Честера качать права. 4 часика. Лизочка все трудится. Я отправила ее в конце уже. Уже совсем немного осталось, так как деньги сейчас появились. Ну, так скажем, лишние, да, которые не так жалко. Уже осталось немножко ее 3 раза отправить. И будет уже секвоя. Также и Бернс у меня старается над Золотой горой. Вы это заколдованным кругом называете? Вот это заколдованный круг. Пап, тебе правда надо к доктору сходить? И вообще, зачем мы здесь? Затем, чтобы укрепить нашу родительско-дочернюю связь. Я где-то прочел, что это крепление очень важно. Ты это на банке с клеем прочел? Давай уже зайдем, сфотографируемся задорого и создадим себе эти чертовы воспоминания. Заставить Красти думать о его родительских навыках. Ну это, я так понимаю, вот это, да, заколдованный круг. Видимо, как обычно, к каждому новому подарку у нас будут маленькие задания. Лимериком это можно назвать с натяжкой, но он хотя бы к дебошу не привел. Гомерчик старался как мог, этого должно хватить с лихвой. Да, кажется, ему везет во всем, однако в вопросах религиозных, считаю, нужно прислушаться к более набожному человеку. Эй, небесный перст, я тебе стих написал, я даже для марш никогда такого не делал. Ну же, мы же с тобой кореша. Не поворачивайся к нам, то есть не отворачивайся от нас. Использовать памятник небесному персту. И старт. О, мое сердце, я больше не могу есть и говорить целыми предложениями. Так, это начинается, видимо, задание. С обжорами. У вас не было ни единого шанса. Политика лоббирования – свинское дело. Она не для слабаков. И ставим наш. Какой крошечный подарочек. Какой маленький. Класс! Я знал, что небесный перц – наш истинный спаситель. Да не за что! Но как же так? Я многие годы молил Господа о чуде, а Гомер всего разок зачитывает слепленный на коленке лимерик и сразу это чудо получает. Присоединяйся, Нед.
У меня тут припасена бутылочка причастного вина. Как раз берег его на случай утраты веры. Благословен будь, небесный перст! Я буду поклоняться у твоего алтаря всякий раз, когда почувствую в этом необходимость, и обязательно захвачу с собой начос. Прикольно. Хотелось бы мне не повторять эту фразу так часто, но мне очень жаль, что моего мужа стошнило вам в сумочку. Уф, с нетерпением жду момента, когда этот мерзкий город перестанет быть частью нашего прекрасного штата с его уникальным названием и легко определяемой формой. Знаете, а ведь Спрингфилд действительно чудесное место. Давайте мы вам все тут покажем. У нас прекрасные. Уверена, как только их увижу, сразу назову. Ладно, все равно заняться больше нечем. И мы приступаем к собиранию вермишелек на новый подарочек. Заставить Мардж приводить доводы в пользу Спрингфилда. И собираем макароны. Ух, 350. Такой вот разбой. Если раньше оно увеличивалось поочередно, там, помните, 100, потом 200, 200, 250, то тут как-то странно было. 300, потом 250, теперь 350. Да, будет это долго. А я хочу рассмотреть поближе эту маленькую штуковинку. Угу. Ух ты! Привет! Жалко, что он такой крошечный. Видите, там такой замок, зиппер. Музей. Ну, жалко, да. Так, и что? Теоретически, нажатие на этот перст, указывающий раз в сутки, снимает за нас доход со зданий. С персонажей он не собирает, ну, как видите, да, голые домики. Но, как я уже часто встречала, говорят, что он тоже безумно глючит практически у всех. Вот что. У кого как. Так же, как вот видите, у меня баг работает со многих зданий, у кого-то всего лишь несколько домов, у кого-то вообще этого нету. В общем, ребята, делитесь, какие у вас проблемы. Просто интересно как-то вместе находить какой-то выход. Вообще фишка классная, согласитесь. Хотя бы раз в сутки ты заходишь и сразу собираешь все доход со зданий. Ну, жалко, что персонажей оно не снимает, но... По крайней мере, и памятник тоже прикольный. И памятник нам с вами. Это же тоже круто. Да, как вы видите, купила я таки эту терку. Ну... не могла удержаться. Пусть будет, в общем. Куда пристроить, еще не знаю. Давайте соберем. И пока Бернс не нужен, я отправляю его сразу дальше. Бросать денежку, так как тоже уже хочу побыстрее закончить это дело. И, как я знаю, у Бернса должен появиться костюм какой-то новенький. Ух ты! Музей застежек молний! Прежде я был убежденным поклонником пуговиц, но теперь вдохновился на перемены. Мартин, ты бы лучше вдохновился невысохшей краской. Невысохшая краска? Где? Заставить Мартина искать невысохшую краску и следить за ее высыханием. Да, так заболтались, заболтались, и, в общем-то... Все равно приятно, вот вроде такие копейки получаешь, исходя из ежедневного дохода сейчас с этим багом. Ну, вот видите, как азарт, всегда азарт. Так, 25, еще Луиджи. Так, да, и база данных тоже приносит нам валюту. Летус, по-моему, нет.
Все, 47. Так, я хочу проверить, да, все свободны. Марш отправлю после того, как она закончит свое задание. Так, мое ежедневное. Заставить Милхауза прятаться на кровати 2 раза. Согласитесь, очень... Офигенное задание, притом 2 раза по 60 секунд, а целых 3 пончика. Это вообще это так же легко, как собрать билетики парка Красти. Еще раз я пересмотрю, все ли мы... так, Арни Пай. Тут тоже нужен Арни Пай. Три задания с ним. Да, тут ничего. А тогда давайте купим, планировали Капитолий. Еще сюда, в наш участочек городских зданий. Кстати, я сразу не заметила, видите, тут тоже есть маленькая Фемида при входе. И... Поэтому еще и продают и большие. И по сути, мне кажется, что если поставить еще рядом большие, как-то так при входе, я так планирую. Еще одну, наверное, прикуплю. Будет интересно. Роуз, Квимби. Ох ты ж мой, куда это я попала? Мама, ты вернулась в Спрингфилд. Я так счастлив. Меня еще из одного клуба выгнали. Прямо как тогда, когда тебя выгнали из бойскаутов. Верно. Хотя в их защиту скажу, что было это 2 года назад, а я на машине проехал прямо через их лагерь. Ну, не волнуйся, мы обо всем позаботимся, как только я обустроюсь. Фредди, будь душечкой, помоги занести мои вещи. Хорошо, мамань. Эй, французик, хватай чемоданы. Как я могу отказать столь очаровательной даме? Все, что понадобится, только позвоните. Вы оба очень любезны. Заставить Роуз Квимби притвориться милой старушкой. 12 часиков. Ага, Милхаус. И отправляем тебя, дружище, снова. На 60 секундочек. Пять углов. Тоже пойдет сюда. Не, сейчас не впихнется, уже потом построю. Да, кстати, я еще успела налоговую прокачать несколько раз. И если так дело пойдет и дальше, то я за несколько дней уже закончу ее. Будет красивая налоговая. И, в общем-то, можно будет красиво обустраивать. И ничего, смотрите, тишина. Ставишь себе и ничего. Никто не высказался. О, какая штука красивая. Так, что еще у нас осталось? В общем-то, все. Младенец Джеральд, ну, как-то я пока не горю желанием. Он такой противный, вреден и обижает нашу Мэгги. Загадочные ящики. Ну, хорошо, давайте откроем один. Так, Адиль Хоксха. Поставить, конечно же. Секретные агенты. Адиль, ты вернулся к нам по новой программе студенческого обмена? Обмен, скорее, односторонний. Это, как вы говорите, экстрадиция. О, очаровательный маленький сорванец пользуется какими-то придуманными словами.
Не желаешь с нами поужинать?» «Вы очень добры, папа Гомер. Я рад, что вы не злитесь на меня за те неприятности с правительством, которые я доставил вам в прошлом». «Что, есть небольшая государственная измена для дружной семьи?» «Заставить Адиля поужинать вместе с Симпсонами». «Нужны Симпсоны. Ну, можно будет, как прикольно, да, вегасская жена Гомера тоже считается Симпсоном, класс. Можно будет их отправлять отдуваться за все семейство. Забавно. Да, тут коротенькое задание на 60 минут. Так, ну что, вроде... А, сейчас Милхауза, да-да-да. Получим три пончика. Вот теперь все. Завтра будем открывать уже несколько загадочных ящиков, так как купили уже всех персонажей, какие были. Ну что, друзья, на этом все. Буду продолжать играть, зарабатывать пончики и увидимся уже завтра. Всем пока-пока!